честь юбилея Дворца культуры прошел концерт, на котором выступили коллективы учреждения. К празднованию присоединились почетные гости, а достижения коллектива отметили благодарственными письмами. Для нас сегодня большой праздник. Мы собираем гостей, друзей, участников творческих коллективов, чтобы вместе отметить 45 лет со дня образования Дворца культуры «Исток». Сегодня мы будем дарить вам свои таланты, свое творчество. Дворец культуры «Исток» был открыт в 1979 году. Тогда работали всего несколько отделов. Сотрудники создавали творческие программы, которые сразу же стали пользоваться популярностью, организовывали встречи с интересными людьми, поэтические и музыкальные вечера, ставили спектакли. На этой сцене я постоял 12 лет. Это было сразу после школы. И, естественно, я себе прогнозировал свою жизнь. Но даже в самых смелых мечтах я думаю, что я не мог представить, что старт, который дал мне вот этот зал, выведет меня на самые главные площадки и площади нашей страны. Сегодня во Дворце культуры «Исток» представлены практически все жанры искусства. Руководители направлений, режиссеры, балетмейстеры, художники, мастера прикладного искусства, вокалисты, танцоры достойно продолжают дело предшественников. Здесь работает сплоченный неравнодушный коллектив. Они делают шикарные концерты, праздники, городские мероприятия. И мы, в свою очередь, поддерживаем это не только морально, но и финансово, выделяя денежные средства на костюмы, на материально-техническую базу, на ремонт и поддержку. Отдельную благодарность хотел бы выразить Кириллу Александровичу, директору этого прекрасного заведения, которое дает смысл, дает этот дух, которым он расцветает, и каждый желающий приходит сюда и находит все, что возможно. Интересный факт. Дворец культуры «Исток» получил высокую оценку от гостей и местных жителей, которые посещают учреждение. 4,9 балла из 5 в рейтинге сервиса «Яндекс.Карты». Такую оценку он заслужил благодаря отзывам горожан, регулярно посещающих ДК. Среди прочих достоинств зрители отмечают высокое качество звука и света на концертах. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.